А жители Балхашского района Алматинской области тревожит рост популяции змееголова. Этот прожорливый хищник все чаще попадается в улове местных рыбаков и, по их мнению, грозит погубить всю ихтиофауну озера Балхаш и бассейна реки Или. По их словам, уже все меньше в природном водоеме сазана и судака. Подробности у нашего корреспондента. Виктор Матырко каждый день проверяет мордушку, рыболовную снасть, ловушку, которую устраивает на Или глубоко в камышах. Как и всегда, за последнее время в ней в основном змееголов. Просто сазана мало стало. Народу много жил, все равно ловится. А он не успевает вырастать. Это змееголова быстро растет. Вот она 8 лет или 9 лет максимум. Вот такая уже. В этой части Балхаша работает на промысле 4 рыбацких артели. В год объем лимитированного вылова составляет 3 тонны рыбы. Она реализуется на отечественном и российском рынках. Как утверждают промысловики, и в их уловах сейчас наблюдается снижение некоторых видов рыбы. В первый раз змееголова здесь я увидел в 2008 году. Он тогда попался в улов. Сейчас его много попадается. А вот сазанов и судаков все меньше. Есть здесь и хозяйства, заняты на воспроизводстве рыбы. Ежегодно они запускают в озеро до миллиона мальков сазана, карпа, толстолобика, белого амура. Благодаря этому соблюдается определенный баланс по сохранению видов рыб. Вместе с тем промысловики надеются, что на проблему увеличения популяции прожорливого змееголова ученые все-таки обратят внимание. Гульнар Жантасова, Шынгыз Халиден, Куаныш Тургенбаев, Хабар 24, Алматинская область.